Здравствуйте, меня зовут Владимир. Я приехал отдыхать в Крым из Ижевска. И на пляже в первый день, когда мы пришли, увидел гитарную школу. Меня это заинтересовало, так я давно хотел научиться играть на гитаре. Я подошел, решил позаниматься, Позанимался я 5 дней, по часу в день. Причем очень понравилось, что была возможность брать гитару на дом. Это было очень удобно, не пришлось покупать свою. За 5 дней меня научили играть первую песню и сочинять песни по стихам. То есть теперь свободно можно тренироваться дальше и как-то развиваться. Мне это очень понравилось. И всем рекомендую, конечно, тоже заходить в гитарную школу.